В Молдове сегодня вступил в силу закон о запрете на использование георгиевской ленточки. Теперь изготовление, продажа и хранение оранжево-черной ленты наказывается штрафом до 9000 леев или общественными работами. Юридическим лицам грозит штраф до 18000 леев. Как в молдавском обществе восприняли это решение, в интервью нашему каналу рассказал журналист из Кишинева Владимир Цислюк. Все здравомыслящие люди недоумевают, потому что не тот случай, чтобы заниматься вот такой вот историей. Я так думаю, что общество не проглотит эту историю, общество не смолчит. Я уже вижу на улице уже людей вижу с ленточками. И поэтому 9 мая эта демонстрация, такая, знаете, задорная демонстрация, это ленточки на груди и там прочие символы, они появятся. Но это означает, что кто-то добился своего. Опять будет раскол, и опять возможен, простите за слово, уличный мордобой с такими весьма предсказуемыми последствиями. Владимир Цислюк считает, закон принят не для галочки. И штрафы, как уверяют молдавские власти, действительно люди, использующие ленту, получат. При этом до сих пор нет четкого понимания, что попадает под запрет. Только ленты или все, что окрашено в оранжево-черные цвета, или имеют как часть декора. Это могут быть и портреты фронтовиков с наградами, где в оформлении использована запрещенная лента и многое другое. Власть будет наказывать и запрещать, а люди протестовать и оспаривать запреты, уверен Владимир Цислюк. Вам придется оштрафовать наверное, добрую половину страны. Вы запутаетесь в этих определениях. Я так понимаю, что потом будут какие-то судебные разбирательства, найдутся адвокаты, которые будут все это растолковывать. Это опять дойдет до вот такого полусмеха, что вот просто мало не покажется властям, которые все это затеяли. Министр юстиции Молдовы Сергей Литвиненко сегодня сообщил, что 9 мая, и не только в этот день, власти будут проверять и наказывать всех, кто будет носить георгиевскую ленточку. Исключение в законе сделано только для ветеранов, у кого она есть в оформлении колодки, на фронтовых медалях и орденах. К таким, в частности, относятся Орден Славы и медаль за победу над Германией. Любое другое использование георгиевской ленты безоговорочно запрещено абсолютно для всех.